Аналитики, отгадайте, что мы сегодня будем тестировать. Что нам для этого понадобится? Это новый выпуск «Чё почём?». И сегодня мы проверяем вот эти вот бигуди и другие всякие приемы, чтобы завить волосы. А нам что для этого нужно? Во-первых, хорошая компания. Рина. Блог для девушек, для молодых. Да, блин, тебе не дисы на бывшего мужа. А чё? Ты устроил дом вам, ты не актуален, уходить пора. Ай, да, и кто ты? Мать. Как всегда, у нас есть дешевая хрень. Это то, что на моей голове. Это средней стоимости. Это моя плойка, которая стоит около там 1200, по-моему. И вот такая вот модная штуковина, которая стоит около 5000 рублей. Раунд первый. Накручиваемся. Все, вытаскивай. Друзья мои, все, вот произошел процесс накручивания. Смотрите, какая красивая Рина, какая. Какая изменившаяся сильно Айза. Это сейчас не модно. Да ладно, шучу. Ты и так лучшая блондинка в нашей команде. Ты просто завидуешь. Ладно, завидую. У нас классическая плойка справилась, мне кажется, прям на ура. Да. Но это, на самом деле, эту штуку, она усложняет вообще жизнь, усложняет процесс. Какая штука? Минус 10. Итак, это впервые в истории Чё почём у нас первый игрок начинает с минуса. Ну, я думаю, что вот этой можно поставить 8 баллов. Но это не точно. А теперь самое интересное, девочки. Друзья мои, вот такой результат получился у меня. Я бы поставила 7 баллов. Перейдем к главному. Ну что, друзья, мы с вами уже готовы, да, мы красивые. Накрутились и пошли куда? Правильно танцевать в клубешник. Поехали. Испытание танцами. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом в наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю. Что я могу сказать? Мои локоны подержались хорошо. У меня как будто их и не было. У меня распушились, но в принципе остались. Баллы. Все так же, минус 10. Поразительно. Я поставила 6. 6 баллов! Я ставлю баллов 6. Следующий раунд. Испытание. Как думаешь, чем, Айза? Чем-то теплым. Правильно, шапкой. Тыщ. Совпадение? Не думаю. В общем, надеваешь шапку и становится, все намного становится хуже. Хуёво. В принципе, логично. Спасибо, вы самый лучший переводчик. Это фэшн. Какое ощущение? Как пусикердос. Тепло в церкви. Наметает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем. Все мне известно, это ограбление! Маленькие шумки. Хулиганы. Снимаем наши маски. Айза. 10. Пошла! Риночка, что ты поставишь? Я оставлю 6. Мне хочется поставить 6, но я знаю, что лучше у тебя продержалась, поэтому 5. Следующее испытание – настоящий девичник. Скучно у нас на девичнике. Есть бухлишка у нас? Ну что, друзья, закончилось еще одно испытание. Испытание кровати. Вообще, как ваше ощущение? У тебя держится кудри, кстати. Я хочу отметить, что мы ничего не фиксировали лаком. Ничего у нас не забрызгано. Причем обычно у меня вообще кудри никогда не держат себе лак. Но у тебя держится только одна. Мы их теряем. Так, мои кудри не умерли. Ну, выглядит похуже, но нормально еще. А от тебя какая? У меня как и было до этого. Только прибавилось настроение. За что я даю 10 баллов? 5. Ну, я тоже поставлю 5, потому что они подраспустились. Стабильная какая. Немножечко. Девочки мои, настоящие локоны должны пройти испытание настоящими погодными условиями. Вы готовы? Ну почему, блядь? Ну почему? What the fuck is this? Почему? Я тоже не хочу мочиться. Давай поменяемся. Помоложе, у меня органы старее, болеют. Итак, Айза, я предлагаю начать с тебя. Да-да-да-да. Хочешь, это прикольно на самом деле? Это не за твои песни, сучка.
Потом себя съела головой. Ну, почему она сегодня такая секси, а? Надо добавить. Отвалить, сучка. И пустынный, пивы. Волосы, мы тестируем волосы. Локот. Ведь не пройдешь. Белый снег. Белый снег. Вещи меня попадают. Нормально, нормально, семейные. Итак, выставляем оценки нашим локонам, девочки мои. Я как, короче, бьюти-блогер говорю, что мне залезала вода, вот обычная вода залезала в волосы. Я ставлю 5 в воде. Ну, я думаю, ветер они выдержали более-менее, но воду и снег бы точно не выдержали. Почему? Я бы поспорила. Хоть 4 будет. Падаешь. Сам я считаю, что снега не вижу вообще нормально. Больше. Поэтому 6 баллов! Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Ну что, девочки, вот мы с вами же шапки уже и понатягивали на себя, господи. На улицу вышли, снег нам в лицо прилетел, я не знаю. Вон подушками подрались. Что осталось? Как мужик, мужик, мужик. У нас телеведущий, правильно? И радио тоже. Радиоведущий, телеведущий. Пьющий ведущий. Пьющий ведущий, балагур. Натурал. Натурал. Самое важное. Вот это поворот. Мы будем проверять наши локоны страстью. Ты. Красно, мать. А, ты, грязная мразь. Вы когда целуете, знаете, нет? Больно? Хорошо. Сколько у тебя фолловеров на канале? 425. 400 сколько? 25. Тысяч? Хорошо. Ее спать надо уложить, да, шапочку надеть, пижамку. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Завтра проснешься, у тебя будет 430. Спасибо. Все. Вот. Еще ничего не произошло, а их уже тошнит. Значит, все сработало. Вообще, я думаю, что в Азии должны быть дреды, по идее. Да? Читать сегодня ред. Не трогай меня, вот так трогай. Хорошо, я, ребята, вы все сами люди. Я просто... Замужняя, ну, я не могу, как бы, и так просто. Фух, ребята, это было, и слава богу. Ну, ну вот эти классные самые, но они, видимо, тут завивка, да, фигурская, видимо, девочка... Она просто задет... единственная соблюла условия райдера. Да, и ты просто видишь, как будто он только проснулся. Она только проснулась! Видишь, как бы Кази сильно не пришлось? Поэтому мои. Поэтому, да, ее. Мы ставим сколько баллов на 6 баллов? 428 тысяч. 10 баллов, правильно? 10 баллов. Браво! 10 баллов. И Айзи 11 баллов. Ну а теперь самое интересное, то, что любят все девочки. И я говорю не про секс, конечно же, и не про прелюдию, а про прически. Иди в жопу делай свою прическу. Ты че, не хочешь это? Итак, друзья мои, давайте оценим наши прически. Как вам моя прическа? 10. Спасибо, милый, ты самая хорошая. Тебе тоже 10. А давайте поставим. Давай нет. Потому что у меня реально самая стильная прическа. Она молодая, ей вот что не... 8. Мне 8? А тебе сколько? Я на тебе 8 баллов. Ты просто собрала хвост. Где прическа? Я предлагаю поставить ей 2. Вот эти 2. 15. Да тебе тоже 15 могут. Не то, чтобы для тебя не решала, просто... Вот, Айза, у тебя была самая дорогая плойка, и при этом самая дерьмичая, да, мне кажется? Нам не понравилось. У тебя была самая... Самая что? Средняя. Самая средняя. У тебя была обычная стандартная плойка, которая стоит там 1200 рублей, да, грубо говоря. Мне кажется, достойно. У меня были ПВД за 199 рублей, которые справились, мне кажется, тоже новые. Ну, за 200 рублей, Айза. Ну да, согласна, за 200 рублей. Пишите в комментариях, с кем бы вы еще хотели увидеть коллаборацию. Может быть, это какие-то блогеры или артисты. Айза Анохина, это была Арина Арина, а это была потрясающая Ида Галич. Ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии. И вот, что там еще обычно делают? Колокольчик. Жмите на колокольчики. Совсем скоро новый выпуск, подписываемся. Голосуем, кого бы вы хотели еще видеть в наших выпусках.